Приветствую всех на моем канале Lumberjack. Это очередное прохождение игры For Life to Extreme. Ну, как-то так, если я не ошибаюсь. Мы продолжаем сейчас сразу делать карьеру. Не буду сильно затягивать, стараться. Так. Что у нас там по заданиям или по? Соберите форк, завершите за 2 минуты. Найдите плакат о безопасности, соберите форк в 20, за 5-20 секунд. За 25 секунд. Что-то я непонятное сказал. Так. Я, честно говоря, уже забыл, как им тут управлять. Класс, я один сбил. Зато буковку взял. Так. Что-то я не... Блин, что-то я... О! Так. Ага, вспомнил. Да что меня туда-сюда возит? Друзья, не забывайте писать комментарии. Мне интересненько иногда их читать. О, отлично. Один есть. Наоборот, в эту сторону. Так. Рассказывайте, как ваши дела. Что делаете, чем занимаетесь. Как ваши дни проходят. Интересна ли вам эта игрушка? Так. Интересно ли для вас смотреть эти видео, которые я делаю? Так. Тут мы сейчас сделаем чуть-чуть вот так. Ага, есть, готово. Сейчас мы опустим. Так, надо еще опустить. Есть, вот так, отлично. Заходим. Поднимаем. Мне надо еще одну букву. Не, наоборот, сюда, чтобы он не упал. Так шатается стрёмно. Ага, я понял. Я сейчас этот собью. Зачем сложно так делать? Хотя с другой стороны... Блять. Ладно. Если я опущу... Будет? Нет, не считается. Так. Уезжаем. Грубо говоря, это разминочный был, я так понял. Опускаем. Припаркуй погрузчик. Куда мне его парковать? Годится? Нет, не годится. Блин, все позбивал, зашибись. Все, что можно было. Годится на 3 звезды? На 2. Ладно, потом как-нибудь пройду, не на видео,
И может на видео, я не знаю. Ладно, давайте сейчас я быстренько тогда пройду, попробую еще раз хорошечно ее пройти. Потому что это было просто ужасно. Я не... Блять, сразу перезапускаем. Я не проснулся, это просто пипец. Так, вот этот давай возьмем. Он сразу по прямой. Кто их вообще тут поставил в таком образе? Нельзя было чуть по-другому их поставить. Так, чуть приподнимаем. Опускаем. Есть, отлично. Я хочу буковку взять. Ага. Опускаем. Заходим, поднимаем, берем буковку параллельно. О, отлично вырулил. Да, только немножечко не подумал, то что букву надо взять. Чётенько попадаю к букве. Наоборот, сюда. Так. Главное не сбить. То есть я долго так паркуюсь, опускаем. Отлично. Поднимем, потому что застрял. Так. Прикольная тема вообще, вот этот погрузчик. Грубо говоря, на месте можете же развернуться. Надо опустить. Отлично. Если кто-то не заметил, в правом углу должен быть экранчик, который показывает, попадаю я под поддон для груза или нет. Это если кто-то не заметил. Так, я думаю, многие уже заметили. Стоять. Куда? Собрался, тебя никто не отпускал. Приспускаем. Блин, что сбыв. Ладно, пофиг. Главное, чтоб 3 звезды были. Я так уже задержался. 3 минуты делаю, еще раз похожу. Отлично. Нет, сюда наоборот. О, нормально. 3 звезды, надеюсь. Ну, зашибись, все, можно. Поднос добычи от собран. Так, собрать, забрать, забрать, продолжить, продолжить. Ребятки, вы не представляете, как утром сложно снимать видео. Так как утром ты встаешь на работу или в школу. Да, понятно, тут не проехать. Сразу по дороге можно букву забрать. Также у меня... Ага, все, я понял, как тут поставить его можно. Также у меня по временным тайм-кодам стоит, если чё, плейлисты на Cult of the Lamp и Dust and Neon. Переходите, не забывайте смотреть. Это если кому-то интересно. Так, в эту сторону. Мы выруливаем.
А еще приподнять. Сущие! Сущие! Отлично, должен поставить. Да, только один момент. Я букву забыл взять. Сойдет. В принципе, попадаю. Буква. Еще буква. А его никуда ставить не надо, что ли? Прикол. Авария. Что у нас авария? О, у меня же там я что-то сбил. Не хочу смотреть, что там он показывает. Так. Ой-ё. Так. Надеюсь, мы сегодня пройдем вот этот склад Джоуби. Такой начальненький склад. Блин, я думал, букву сейчас возьму, не получится. А не получится. Честно говоря, мне игрушка даже ну, мне нравится игрушка, прикольная. У меня друг ее тоже посмотрел, мой летсплей, так сказать. Мое прохождение. Он сказал, что ему она тоже понравилась. Он бы ее тоже поиграл бы, но у него как бы и времени, и... такое. И компьютер у него тоже что-то там, проблемы какие-то. Он бы в нее поиграл. Я так понял. Отлично. Стоит или не стоит? Не стоит. Это херово. Значит, я так понимаю, его надо все-таки не горизонтально от меня, а вертикально каким-то образом поставить. Ну вот как я вам его должен поставить? Блять, да пошел он нахуй. Этот ваш конус. Я не знаю, как без него можно поставить. Да, быстрой работы от меня не ждите. Делать буду годами. Блин, еще и товар попорчу. Вон, начальник с охранником стоит, разговаривает. Вообще охренели. Буковку взял? Нет, не взял. Теперь взял. Опускаем. О, это дроны. Экстрим, что-то там написано. Я так и не увидел. Экстрим Delivery. Опускаем. Да ё-моё, я путаю вот эти вот повороты. Так, еще где-то две буквы. Есть. Опускаем. Что это было? Не знаю, опять же, слышно вам или нет. Ай, еще один сбил.
Да что ты такое? Как тебя поставить? Что тебе не нравится? Вот попробуй сказать, что тебе не нравится. Вот падла. А сейчас. О. Оп. Заезжаем. Так, сколько я конусов сбил? 2. Сейчас вроде должен нормально поставить, моментально. Отлично. В конце еще один не сбил. Давай, покажи мне, одна звезда. А нет, 3, нормально, еще пошел. Адам, редкий. Интересно, они что-то значат для игры или нет? Так. Букву. Я уверен, он сейчас между... Ой, между конусами. Извиняюсь, я случайно. Я же сказал. Вот как я вам между конусами их поставлю вертикально. Точнее, горизонтально. Ну, короче, непонятно. Вертикально, горизонтально. А, я придумал, как это можно сделать. Это как минимум конус можно даже подвинуть просто. Я вспомнил. Их же ж не только с одной... Блять, все равно сбил. Давай рестарт сделаем. Все равно его перепроходить. Я вспомнил, как это можно сделать. Ой, букву взял. Вот так это можно сделать. Они ж не только с одной стороны берутся. Вот так. Отлично. Только-только вспомнил. Так, опускаем. Годится? Нет, не годится. Так, годится. Вот сейчас должно идеально быть. Я чувствую, следующий еще больше будет. Еще больше товара будет, точнее, в следующем уровне. Обратите внимание, он увеличивается с каждым разом, этот товар. Буква, последняя буква. Местечко. Ой, нет, поднимаем, а не опускаем. Еще. Еще. О, годится, отлично.
Поднимаем. О, найс. Отлично сделал. Получилось. Шикарно. Так, продолжить. А, тут уже другое. Ну, давайте сделаем. Наверное, вот этого как раз сегодня сделаем сейчас. И будем заканчивать. Бля, я сразу все позбивал. Я думал, сейчас сразу вырулю. Блин. Давай сразу выруливать. Осторожненько. Блин, ну и как тут на складе можно что-то выставлять? Тут развернуться негде. Они еще хотят, чтобы я товар как-то ставил. Блин, я же сам на это подписался. Сейчас, секундочку. Так, нет, давай. Сюда. Тогда вот так сделаем. Главное, конус не сбить. Так, а где у нас вообще товар этот стоит? Так, нифига вообще не видно. О, увидел. В общем, видите, склад немножко заполняется тем товаром, который я выставлял. Что получается, склад Джоуи — это заполнение склада одним и тем же товаром, который приезжает. Так, она тоже считается? Я думал, это эмуляция вообще. Так, я не помню, как раздвижная вилка работает. О! Еще давай уже сделаем. Да пофиг, одну сбил, ну и ладно. Мешать не будет. А куда ее? Я не туда, наверное, поехал. Блин, он дерганый. С ним товар можно потерять. О, отлично. Поднять, придавил сильно. О, не туда. Вот сюда. Еще приспускаем. О, как по маслу. Блин, 4 минуты уже прохожу его. Букву даже не собирал, а это плохо. Если букву не собрал, значит минимум звезд будет.
Но с другой стороны, я не то что звездочки хочу идеально попроходить, я... Блять, еще икону сбил. Я хочу как минимум пройти чисто для интереса. Посмотреть новую... Ой. Посмотреть новую игрушку. Потому что она новенькая, в такие игры я еще не играл. Похоже. Плохо припарковал. Так лучше. Наверное, на две, да? А, вообще на одну. Ладно, давайте продолжим потом как-нибудь. Не хочу сейчас сильно заостряться на это. И не хочу сильно видео затягивать. Так, теперь на складе мы переставляем товар. Вы гоните? Вы серьезно? Давайте, наверное, то, что сверху сначала возьмем. Опускаем. Ой, сильно опустил. Это же, я так понимаю, мы подготавливаем для того, чтобы его забрали. Интересно, машина сейчас приедет или как? Да ёб ты, блин. Что я не в ту сторону его поворачиваю? Нормально. Ненормально? Я вас не понимаю. Вы вроде показали, что нормально, а в итоге как-то замигало странно. С этой игрой дзен почувствовать можно, но его сложно почувствовать. Ну тут мы сейчас вот так тогда сделаем. Я понял, он товар сразу пропадает. Я думал, будет какая-то анимация машины там, я не знаю. Че, может вот так попробовать? Ну, выглядит, честно говоря, прикольно, но когда берешь товар, нифига не видно. Так даже вилкой попасть в поддон удобно. Тоже. Да, вот теперь как выехать так, чтобы ничего не задеть. Ой, я наоборот поднимаю. Отлично. А теперь представьте, как людям, которые работают на такой профессии, им же ж не видно вот так-то твист сверху, сбоку. У них все идет вот так, с кабины. Вот представьте, как им неудобно. И башкой тут, наверное, ж не покрутишь, да? Нет, не покрутишь. О! Отлично. Так. Вилку на не то.
Нет, не падай. В другую сторону. Так, чуть пониже сделай, чтобы оно не сильно шаталось. И буковку сейчас надо будет забрать, я ее только сейчас заметил. Честно говоря. Оп. Ну и все. Вот тут идеально, по-моему, справился. А, отлично. Продолжить, забрать. Продолжить, продолжить. Так, я хотел посмотреть. Вот то, что магазин. Так. Водителя. Обычный. Ух ты. Сколько у меня денег. Редкий. В чем их разница? Какая между ними разница, мне интересно. Я бы вот это вот усача, конечно, купил бы. Может, просто для красоты, для виду. Ладно. Раскраска. А погрузчик? Нет, погрузчик еще не могу купить. Все, всем спасибо, кто смотрел. Не забывайте подписаться, ставить лайк. Все, всем спасибо, всем пока, всем удачи.